Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов предложил похоронить основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в Бахмуте. Российский депутат утверждает, что похоронил бы Пригожина там, где он сам был готов умереть. По его мнению, таким местом якобы является Бахмут. «Думаю, что самое место для похорон может быть в Бахмуте. Это последняя славная точка бойцов ЧВК «Вагнер», — сказал Милонов. Милонов отметил, что у Пригожина были серьезные противоречия с местными властями, однако, по его словам, с покойниками не воюют. Он также упомянул о том, что Владимир Путин охарактеризовал Пригожина как сложного человека, который сделал много для страны. Поэтому, не думаю, что кто-то будет пытаться в Петербурге всерьез какие-то дополнительные политические моменты включать в похороны. Уверен, что никто не будет оказывать сопротивление, заключил Милонов. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина большой потерей для государства. Он отметил, что с Пригожиным дружил долго и вместе решали сложные вопросы, и даже вручил Кадырову медаль Вагнера. В свою очередь Александр Лукашенко подчеркнул, что не обязывался гарантировать безопасность Евгению Пригожину, когда уговаривал его остановить марш справедливости, которым тот шел на Москву. По его словам, ни о чем подобном не шла речь.